До 19 возросло число жертв пожара в офисной многоэтажке в Даке, столице Бангладеш. По словам очевидцев, люди прыгали из окон и с крыши горящего 22-этажного здания. Около 70 человек пострадали. Среди погибших есть гражданин Шри-Ланки. Около сотни человек удалось спасти. Людей снимали с крыши дома и доставали из окон с помощью вертолетов и лестниц. На месте продолжают работать пожарные и спасатели. В здании все еще есть непотушенные участки. Внутри могут оставаться в ловушке десятки человек. Этот офисный комплекс находится в престижном торговом районе столицы. В операции задействовано 20 пожарных подразделений, а также ВМС и ВВС страны. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Напомним, в феврале в результате другого пожара в старом районе Даки погибло более 100 человек.